Ну что, поздравляю вас, вы в 26-й серии выживания за богиню от Командора. Вот, такая тема. И напомню, или те, кто не знают и пропустил серию, что эта серия тоже будет посвящена тестам. Я так и не разобрался, ну плюс подкач лишний не помешает для будущего. Такая тема. Вот, и мы идем дальше. Если что, ну такое краткое, наверное, пояснение, что я выяснил. Какие интересные ключевые моменты у нас, кстати, с собой, если что, да, суп из белки. Он будет очень важен сейчас. Чищенная, да, суп две штуки. Вот, заряд, да. По-моему, там даже, кстати, зависла анимация. Была другая картинка на заряде бодрости. Ну ладно. Стоп, а 12 сантиметров... А, да, все верно. Вот, и пищу надо просматривать постоянно. Чтобы вовремя взять... то, что нужно. Плюс я посмотрел по спарке, поэтому псу. Пишут, что он может вам помочь в случайной встрече. В теории. Хотя я его спасал, когда я этого, блин, не замечал, чтобы он помогал. И он действует только в пределах своей локи. Локация. И еще одна тупая, пожалуй, фича. Но он событие, получается, точку события сжирает. Раз. И действует только в пределах точки события. Я так подозреваю, он может помочь только в пределах своей локи. А, и он в спарке неуязвим. Это и есть минус. Потому что мы, получается, его... Ну, хотя там написано, что его можно убить. Вот. И... С точки зрения прагматизма, вообще бы это надо сделать. Убить, если он будет ошеломлен. Написано. Такая тема. Вот. Но это, опять же, придется как-то в тестовом режиме делать. Потому что я не знаю, как это повлияет. И вот это минус сейвов. Отсутствие сейвов и режима выживания. Потому что это же событие случайное. Соответственно, проверить будет крайне сложно. Это мне нужно будет бегать, не забыть, что я его должен грохнуть. Когда я буду играть в тестовом режиме. И там посмотреть, изменилось ли что-нибудь или нет. Потому что фэндом... наполовину... Ну ладно, в большей части... Верно пишет, но могут быть косяки. Это нужно осознавать. Так, вот эти канистры надо будет завести именно в Сенчури. Пожалуй. И, по-моему, планшет, если мне память не изменяет. Это пружины еще к тому же. Но туман ненавижу, и в том числе по графике он не айс. Хотя вот прицел сразу видно, что это пиксели. А вас-то точно. Но была бы лучше видеть. Ну я уже, да, жаловался. Я уже жаловался. Все, квота окончилась. Пожалуй, так. Торговец препаратами. Hi. Вот вроде... Или это отдельный торгаш... Тебя можно... Или у меня все-таки не хватает, считается, как харизмы собственной. Да. По-моему, верхняя. Ну, значит... Скорее всего, харизмы... А, я должен был еще по фермеру посмотреть. А, вот так вот.
То есть он только меняет по крышкам. Он... Помощь на помощь меняется. Конечно, ментанное все это было бы неплохо, но обойдешься. Хотя крышек у нас дофига. Но я вот такой вот. Я такая богиня. Я не люблю отдавать крышки. Эх, психоз. Хотя вроде есть какой-то навык, который от крышек зависит, между прочим. Чем меньше крышек, тем лучше. Мне показалось издалека, что это не поселенец, а Карла. Все? Одинокий поселенец. А еще с искусством тоже прочитал. Вот, возможно, это именно они там, нет, но это не... А что за звук был? Странный. Сейчас, подожди. Вот так вот. Прочитал про искусство. Насколько я понял, он может зависать, и у нас как раз получился... То, что он завис. И они будут вечно перестреливаться, если мне вроде бы не повезет, и он не разбагуется обратно. Случайным образом. Такая тема. Ну что, тогда с тобой торгуем. А у тебя ничего не обновилось. Ой. Я хотел предложить, типа, может, ты со мной пойдешь, но они вроде не уходят. Но, наверное, нужно именно 8 своей харизмы. Я так начинаю подозревать, чтобы вот этих вот торговцев, типа, препаратом... Иметь сестру к себе. А может, они никогда... Или это какой-то другой именно персонаж, которого можно... Я помню, пищу, которую продает, его можно к себе зазвать. Но он вроде в конкретной локе находится. Надо бы еще правый фланг проверить. Может, действительно точка события там? Где мы в прошлый раз убили кучу рад оленей. Проредили их численность. Даже получается суп из белки на 2 серии. Возможно, получится. Тогда Ягай нам список по опыту не очень подходит. Мы его не записывали. Может, стоило записать. Может. Ну, супермутанты тоже там, может... Отлично. Пустое вооружение люблю. Вот это я начинаю вспоминать. Я вот... Надо почитать принцип Саванта. Но вроде фишка в том, что у него начинается... Две стадии работы. Да что ж ты... Так, нормально, заметьте. Треть хп, ну или 25. Две стадии вроде работы. Появляется. Первое, это когда он работает в обычном режиме, увеличивает опыт в 5 раз. Ну или в 3 раза, если у вас первый уровень. Ну, у нас уже второй. И второе, и они в том числе могут оба сработать. Второе...
Это когда он дает баф за убийство, ты получаешь в 3 раза больше опыта. Такая тема. И вот с этой фичи, если она сработает, можно идти там зачищать у Братства Стали кучу... Ну, у аванпоста Братства Стали кучу гулей. Я, кстати, брал эту бензопилу, но мы не можем взять бензопилу. Надо будет что-то вроде типа минигана брать. Ну, или томмигана. Как основного на такие случаи. Основной калибр. Я просто их хреначить там пачками, пока действует. В теории было бы неплохо еще плюс 15% взять ягодные ментаны. Например. Ага, ну понял уже. Просто рейдер. А, ну пусть тоже будет здесь масло, хотя я хотел в Сенчури отвезти. Я еще все-таки думаю, либо красную частично или ресторан развить. Потому что он более подходит стратегически для того, чтобы туда забегать за моими спутниками. Вот, и туда пару поселенцев накинуть. Потом еще что переселить, когда будем заниматься той самой фишкой. Рейдерством. Как же они меня подбешивают. Уже заметьте. Посильнее начинает из-за того, что мы апнулись по уровню, сильнее твари. Здесь начали появляться. Но Адриан все в своем репертуаре. Надо, может быть, про него, кстати, прочитать. Но бесит, что они меня повредили. Но мы пытались, да, антибиотики пощадить. Если бы я изначально брал позицию и сверху, и на камнях, и пытался не через дробаш, мы могли бы сэкономить ХП. И, возможно, антибиотики потенциально. Но я решил сделать так. Но тут не может быть никого. Чтобы были чисто трупы, между прочим. Ну, вон, да. Конечно же, камикадзе. И непонятно, вот этот ли камикадзе или нет, но... В итоге грохнули. Надо быть очень аккуратным. И держать расстояние там камикадзе, чтобы мы его засечь могли. Хотя с туманом это мы понимаем... Проблемно. Но мы его вот так вот как-то засекли. Сейчас постараюсь. Вот он.
Ну это супермутант просто. Крит. Ну и сейчас он должен просто сдохнуть, не добежая. Все. Черт, блин, из-за тумана реально не вижу. А, вот. Ну, гладкостволы здесь остаются, мы все не возьмем. Так, и мы при этом не смогли понять. Опять же, более ускоренный, чтобы марш протеста. Нам не попались нужные ни коготь смерти, но при этом нам все равно надо в Сенчу что-то занести. Топ-7, да? Это эск 7, да. Я просто смотрю, теперь у нас закончился суп из белки. Все-таки нужно в каждой серии пить для гарантии. Nice. Как мы понимаем, что суп из белки, можно заметить, влияет таким интересным образом. Шипастая, да, а не эта броня. Я обычно изначально выдаю всем поселенцам, пока не модернизирую боевую. Есть там какая-то броня, которая надевается и 24 защиты дает. Вот. Она вроде не шипастая называется, а какой-то другой. Такая тема. Робопони. Черт, еще раз взял. Ну ладно. И ускоряемся. Но нужно опять же проверить на шпильке. Все эти 2% влияют на 1 к опыту от взлома. Сейчас получается. Так что в неком смысле это уже не 2%, а больше. Ну за счет получается каких-то там округлений. Поняли, да? Так что суп из белки может быть очень полезен и важен для раскачки, в принципе. В теории, ну, скажем, что это 5% в общей сложности может приносить. Вот за счет таких вот вещей, типа чемоданов. Он 2 раза респанулся. Карабинчик разный. Ну, то есть точки... Респ уже здесь. Сработало еще раз, хотя мы вроде не поднимали. Потому что посчиталось, что, видать, по физике он немножечко подвигался, или мы там прошлись. Он двинулся, сдвинулся с места, и может новый респануться. Такая вот маза. Ну и тут то, что мы выкидывали. Опять же, можем взять, чтобы респанулось новое. Но при этом, скорее всего, мы опять же его выкинем. Это оружие все. Если у меня не только достаточно всего. Так, ну опять же, качаем дальше харизму. Уже 7 собственной. До 8. Потому что там можно будет... верстаки и вот, по-моему, как раз магазинчики. Тогда. Чисто для этого. В основном. Ну и, конечно же, торговля. Вот. Там прирожденный лидер вроде называется. Называется. Блин. Молодец я. Коммандер, ну что ж с тобой? Ты что там, бухаешь, что ли? Сам про себя говорю, ха.
И это мы, кстати, вот пытаясь... Или это до получения уровня, получается, на 36-м новые кротокрысы. Минус-то в том, что мы записали бешеный кротокрыс, как 35. Может, это, конечно же, случайности, нам еще бешеные будут попадаться. Но вообще минус. В данном случае. Это. Или хлам, я думаю, робопоне тоже тут не хватает, лютика. Заодно меньше нести хлама. Нам же в любом случае придется развивать поселение, но Сенчури в приоритете так-то. Ну ладно уж. Тем более мы там скоро магазинчики расставим, так что все будет ништяк. Просто я думаю, через магазинчики хлама покупать. Тогда. Так, или мины нет, или опять рейдеры. Мертвяки, привет. Оп, сложил ручки. Пока. И вот хреново... Ну, с одной стороны, то, что мы не перестреливаемся, быстрее бежим. С другой, хреново, потому что... Ребят, мне нужны собачки или коготь смерти. Желательно, чтобы два раза попался. Оба варианта причем. Сразу будешь атаковать? Что-то... Я теперь боюсь к нему подходить. Ну все тогда. О, ну вот видите, сработал именно увеличение опыта. Список. А, ну все, остальное отстой. По сути, квестовый персонаж, наверное. Ого, йогой, йогой. Ну иди к папочке. Папочка угостит тебя картечью. Ну, скорее мамочка, но мы друг друга поняли. Все? Установили. Чё за? Да потому что я переключал, да? Несколько раз. Ну что, повторка также получается. Но зато плюс, что мы принесли тут достаточно всякого. Но проблема, что мы из других поселений должны в целом скидывать сюда, прибегать. С другой мы в целом снабжаем ее всякой фигней на продажу.
Сенкчу. Но суп должен быть, ну или нет, один должен быть, чтобы мы тесты делали на супе. Упор СТ. Угу. Ну и пусть будет сразу два. Тридцать восьмого. Просто как собак нерезанных. Поэтому я и говорю, что ну сейчас и 10-миллиметровый, но 10-миллиметровый, потому что мы идем именно специально за 10-миллиметровым частично. По этой причине он у нас складируется. И это тоже хорошо. Но вот найти бы тот пистолет с 38-м калибром. И тоже с отравлением или с кровотечением, что было бы лучше. Сделать его автоматическим. Пистолет 10-миллиметровый у нас не автоматика. А тот полюбасу я делал всегда автоматическим. Тем более там барабанный позволяет. Один, да, рейдер? Ну, пока берем все. Мы в него неплохо, кстати, попали. И, видать, считается просто попадание. Отравление от попадания, нежели от количества дроби. Получается так. Между прочим, да, можно вот так вот чуть быстрее залетать. Но иногда это тупит, так что не советую. Лучше заходить типа по нормали. По нормали, знаете, да, такое выражение? Нормаль. Просто сейчас я четко выговорил, если что. По нормали. Ну, или можно сказать, что это был сленг в данном случае. Но я так и задумал. Все-таки посмотрим терминал. Кончилось. Гуру не сработало, да? Я думал, гуру это тайное заклинание, но не прокатило. В данном случае. Возможно, что-то там упало, ну ладно. Ничего в целом страшного нет. А вот это уже на реальную перестрелку походит. Вопрос, кто с кем? Помню, мне алюминий нужен был когда-то очень жестко, я его здесь набирал. Да, они там что-то шпыняются, кто-то с кем-то. Хороший сейф. Не удивлюсь, если это те самые ребята. Искусство убивает другое искусство.
искусство убивает. Получается некая шутка. Но в итоге это собачки. 21. И походу из-за FPS просевшего я кашу жестко. Но я видел, главное, что обычная собака. Да, они походу с рейдером. Рейдера убили. Даже двух. А, ну и теперь, да, никого же никто не видит. Можно стырить. Наконец-то. Edge 21 очко опыта. Ну, мы круг сделаем. Дальше я беру кроссворда. Смотрим с кроссвордом, как будет эта тема. Опять же, с вожаком. Тогда чуть-чуть выносливость добавляем. Честно говоря, не заметил, но, по-моему, первый дворняга 21 было. И все остальные. Немного увлекся боем. В теории можно видеозапись посмотреть. Но это в теории. Ну, тебе теперь постараемся втюрить. То ли еще не хватает, вот местный лидер считается, или он должен быть прокачан, возможно, такая тема, надо будет прочитать, чтобы... А, мы не можем с тобой сбросить. Либо давайте посмотрим, что можем обменять на один ментан. Ну, круто, чё. Ну, так и быть. Что, чё, я буду это с собой таскать? И на один антибиотик. И она, гадина, в плюсе. На этот раз. Ну, ладно. Мы не шибко жадные. Так, ну там... Нерабочий, по-моему, респ. Теперь смотрим право. Нет, это, значит, было пристанище оленей. Но все равно убил, так убил. А не точка респа. Но я так и думал, что скорее не точка респа. А стандартное было пристанище. А у меня бутылка вроде есть. А тут еще... А вот контейнер есть? А вот он не считается, походу, как контейнер. А я догадываюсь, кто мне опять написал. Если что, это у меня звук. Да, он один раз только. Вроде бы действует.
теперь мы точно пройдем проверку. Джин из бутылки. Давай мне собачка. Она вроде плюс 2 дает к защите. То есть иногда багует эта собака. Я так понимаю. То есть пес со свалки, если вы припоминаете, он был там. Но они же многие NPC под землей. Как бы получается такая тема. Нет, хлам мы должны донести до съечи Фрименов, а времени уже не осталось почти что. Кто скажет, откуда, хотя Фримены, можно догадаться. Откуда, тем более съечи. Ладно, подскажу. Дюна именно там, которая экшен-игра была. Мне эта фраза почему-то запомнилась. Все-таки на рейс, может быть, не идти, я вот думаю. На рейсе точно не будет ни собак, ни когтей. А это ускорит, потому что рейс — это 5 минут лишних. Конечно, да, патроны и все остальное нужно. Но давайте все-таки проверка быстрее. Да, от бедра. И еще один. Давай, может, пока трупик. Пока я его не слышу, это вот дутня. Блин, вот обидно. Вообще не видно ни одного трупа дутня. Поэтому я и повторять... буду постоянно, наверное, ну хоть самка. Что? Ребят. Создатели. Bethesda. Bethesda. Можно по-разному ее называть. Ну, не помешало бы подсветку трупов сделать. Особенно необысканных. Серьезно. Вот как вот здесь найти труп дутня? Никак. От бедра. А так-то обидно не находить трупы. Или это у вас доля реализма, которая как бы тут... по-моему, неуместно, мне кажется. Пайпер тоже занимается такой работкой. Но тут просто могут, поэтому мы и заходим. Хотя, ну, мутант... И даже я знаю, кто. Там мясо, ребят. Восхитительное мясо жалокрылов.
Раз жила крыл, два, и шип взяли. И два, да? Еще иногда два бывает, что ли? Нет, три вроде всегда должно быть. Так и оно оказалось. И все-таки идем опять же тем же путем. Не идем на рейс. По причине, не входящей в тест основной. Попытки сэкономить ваше время в первую очередь. Ну и мое частично. Тогда берем что-нибудь отсюда. Много. И переносим туда. Еще я сейчас подумал проверить очищенную воду. Шесть. А добыча 12. Но это у нас, небось, с собой. А, медь. Меди не хватало. А, вода 23, кстати. Генератор 10, этим по 4. У нас на генератор новый не хватит. Что у них здесь нет водички, даже лужи, чтобы сделать водную помпу. Правильно же? Конечно. Но пока, пожалуй, не стоит. Как бы и стоит, и не стоит. Это заберет ресурсы, которые мы в Сенчури хотим отнести, скорее всего. Когда будет две возможности построить помпы, тогда будем думать. Вон новый парень. Мы тебя видели где-то. Прям на дороге чисто. А это мы получили увеличение опыта за убийство. То есть теперь будет два раза срабатывать. И надо, да, не забыть тоже посмотреть, что об этом пишут в фэндоме. Мне же для гайда все надо. Дворняшки. А, мы же не можем. Мы под увеличением. Ну, конечно же, лучше, что мы получаем больше опыта. Но мы не смогли засечь. Но в целом мы подозреваем, что, как я сказал, так оно и есть. Да, без разницы особой, что выкинем. То, что это сейчас помешало проверке, это плохо. Но плюс, что это увеличило количество опыта. Который нам потом понадобится для простоты брождения по пустошам. Фред. Что-то ты как-то это, все не можешь найти убежище. Тебе так не кажется, не? Ты аж уже в Сенчури пришел, а убежище в центре. Тебе не кажется это странно, Фредди Кюргер? И, кстати, получается, с увеличением в 3 раза, если у нас 21, должно было получиться 63. Но, наверное, как я уже сказал, дробные числа. И вот там какое-то определенное округление. И вот получили, что получили.
И сейчас должен быть урожай, не? И вот он появился. Я случайно. Кстати, для эффективности лучше все-таки на определенном расстоянии размещать. Конечно же, тыковки. Да, нужно просто увеличить количество поселенцев, это ты права. Все, тошка, например, очень близко друг к другу. Кнопка не успевает иногда срабатывать. Нужно чуть подальше размещать. Для максимальной эффективности. Или просто кроссворду нужно будет сейчас вот, тут будет интересный момент. Я там тоже читал. Ему, он сразу, если мы подойдем, он пойдет с нами. Или нужно в Конкорд все-таки добежать. 308 можно укоротить ровно наполовину. Hey, Codsworth. There must be someone who can help you in Concord. I'm afraid I won't be able to repave the driveway anytime soon. Он даже Codsworth, а я почему-то его Codsworth. Как кроссворд, Codsworth. Да, так и сейчас начал замещать. Косяк. Ну, значит, идем. Туда. И, между прочим, на этом серию придется завершить тогда с Codswordом. И будем смотреть от собачек. То есть за собачек мы 21 получаем единичку. Это, конечно, не дает гарантии, если тем более мы без Codsworth сделаем... как тебя смерти и получим меньше, чем сколько? 112 опыта, то тогда станет понятно, что вся фишка в том, что напарники приносят больше опыта. Что хождение с напарниками. Это круто. Ну что, активируем. Или достаточно просто обнаружить Конкорд? И, кстати, то, что мы его не обнаружили, сейчас заодно проверим. Мы получили лишних 30 опыта. За счет волшебного язычка. Ну и, пожалуй, увеличим водичку добычу, между прочим. Но теперь я понял, что нужно это делать с Пайпер. Нужно выяснить, и тогда да, увеличить либо с Пайпер, либо с Codsworth. Да, гребаные коммунисты.
В общем, да, там нужно именно... Значит, чтобы следующий квест активировался, вот нужно вот это вот время на исходе выполнить. Чтобы его было возможно сделать спутником. Я думал просто зайти обнаружить, нет. Там было тоже об этом написано. Но мы проверили на всякий случай. Радиоактив тут. Вроде еще что-то было. Радиоактив. Не? Рядом. Ну и в целом можно будет, кстати, нору зачистить. Она вроде один раз зачищается. Псина же не считается отдельным, да. Ну, которую мы приобрели и в Сенчури отправили. Но она должна давать, как я уже сказал, плюс 2 к обороне. И, между прочим, здесь же масло. Во-первых, светящееся. Вот канистра, между прочим, рядом. И еще вроде пустая была масленка. Так что таким образом можно быстро набрать. Где-то тут тыква, не, мне показалось. Ладно, зачищаем. Выламываем дверь. Ну-ка, всем выйти из тени, из сумраков. Всякая такая лажа. Квантовая ядеркола, выбить дверь нафиг. Сейчас смотрим Конкорд. И шпилька еще, да. И вот почему я не хочу без восприятия. Вот он, средний сундук, который мы не можем взять еще. Биток. Тон-тон-тон-тон. Ну тогда потом посетим Конкорд. А пока... Пистолет взят. Максимум пистолета. В минус. В минус. Чё у нас еще действует? Или это была тварь? Не, нифига себе, в упор, да, это скорее тварь была. Что-то вроде опыта больше дали. Ну вот и все. Я думал, нет, все-таки пропал. Не обязательно взять лазерный мушкет два раза, повторяется. Затупило, походу. Давайте пока все здесь возьмем. Рейдеров расчистим. На припасы вернемся. Это из-за Кроссвордом. Он Кроссворд. Почему-то Кроссворд у меня всегда. Кроссворд, точнее, Кроссворд. А он Кроссворд. Ох уж это невнимательность. Ну, тут это не шибко важно, да, не слишком. Но косяк. Как бы. А вон, кстати, где была медь. В больших объемах. Unstatables. Неудержимые. Стоп. Нету, да? На стеллаже. На всякий случай можно так. Вроде еще куда-то можно даже перепрыгнуть. Что-то я так вспомнил. Не? Ну или вот так вот сделать. И лучше будет внутрь там зайти с Котсвордом. Помочь Престону. Тогда он быстрее одобрит мои действия, наверное. Нам еще места хватает. И тут есть добар в Конкорде, не отмеченный. И вроде еще что-то. А, да, точно, еще с отверткой. Манекен.
И вроде я даже собачью еду увидел, но походу... Походу это уже все. Это глюки. Ну что, Котсворт. Станешь моим спутником? Вроде тут тоже сейф должен быть, нет? О? Или вот это нет? Ну, просто потом, чтобы меньше ходить сюда. Ну, значит, никак. Кроме там запрыгивания. Ну, потом глобально обыщем. В целом мы заполнились. По-моему, да, серия так-то заканчивается. Потом мы еще делаем эту серию. Да. 2 минуты осталось. То есть я сейчас скидываюсь, беру Котсворда. И следующая серия, опять же, посвящена тесту уже с Котсвордом. Мы делаем все то же самое. Да, обычные надо бы заменить на необычные, на более большие. А резервуары, чаны с водой. Да нет, не он самый. Да. Сейчас. Codsworth. Таким образом можно повторять диалоги, между прочим. I came across a few people who didn't want to kill me. That's unfortunate. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed, I'd be honored to accompany you throughout the... Yes. Да, погнали. Ну и вот пес. Вау, вау! Там жаль, не организуется, по-моему. Ну вот видите, защиты стало 127. Это пес дает. А, он даже 5 производит. И счастье производит. При этом у него нет назначения. Может как-то... Вы не можете командовать. Ну, просто, да, производят. Этим человеком. Он не человек. Это не птица. Это не самолет. Это пес летающий. А, это не анкет. Точно, это не анкет. Ну, в данном случае, какой-то пес. С такими темпами могли бы, кстати, кошек сделать, что... Кошка, которая... Ладно, да. Кошки, они как-то не такие служивые, как собаки. Считаются, и, наверное, так оно и есть. Хотя у меня есть кошак. Но это та еще. Хотя, если и просто собаку иметь, у нас тоже нифига не хочет делать. Псина. Так что тут скорее зависит от этого. От воспитания. Может быть, и кошаков можно... надрессировать, не зная на что только. Но, наверное, можно.
Ну все, да, ничего нету. Ну давай. Котсворт, мы спуки-нуки 7 часов. Это будет утро. Да, режим тут не очень... Ну, уже сбился, но надо 7.11. Или как раз нормально, но под утро, да. Не очень хорошо. Ладно, да, вам-то аригато за просмотр, конечно. Сейчас будет... Ну, я буду пилить следующую. Но повторю, опять же, тест. Пока тест. Как-то так.